Так, а сейчас мы сейчас поем две песни. Это будет посвящение Олегу Поростаеву. Конечно, все его помнят. Это автор песни «На заре», многих песен, ну, во-первых, группы «Альянс», «НРГ» и других прекрасных исполнителей. Мы выпустили альбом на его музыку. Альбом называется «Любовь права» в исполнении Оли. И сейчас мы споем две такие лирические грустные песни, но очень такие нежные просто. Помним, да. Сколько нежных слов вновь сказал мне ты. Я надеюсь, сами нас услышат. Подарил цветок ты ангел красоты. Влюбленный взгляд. Касался ты руки моей. Среди сверкания огней. Сколько нежных слов
надеюсь, что Олег нас услышит.